С вами канал «Руки на баране», меня зовут Дмитрий, всем привет. Итак, сегодня 11 ноября и начинается распродажа 11.11 на AliExpress. Чуть-чуть Галкина. Итак, хочу вам порекомендовать один интересный магазин велоодежды, а именно Camelos Official Store, или же Camelose. В общем, я так и не нашел, как он называется на нормальном языке. Итак, вот этот магазин. Ссылочка будет в описании. Не на правах рекламы, а на правах рекомендации. Более одного сезона я уже использую одежду из данного магазина, а именно вот такое джерси. Джерси с котиками. Очень удобная одежда. Во-первых, крой качественный, удобный. Ткань супер дышащая. Молния на тракторе, не на спиральке. Нитка к нитке. Интересная силиконовая проставка, которая не дает скользить. Три кармана. Светоотражайка на задней части. Как видите, пар пропускает просто очень хорошо. Данная джерси, еще раз повторюсь, более сезона мной используется. За это время я ее стирал, наверное, раз 50 точно. То есть после каждой покатушки она стиралась. И ни цвет, ни форму, ни содержание оно не поменяло. Как по мне, очень отличные показатели. Также я использую вот такой базовый слой для покатух в холодное время года. Здесь еще более дышащая ткань, то есть сетка прям-таки крупная. И большой ее плюс то, что у нее очень хорошее влагоотведение. То есть, когда вы потеете, влага сразу уходит в эту майку и уходит в следующий слой одежды. Так что сверху я рекомендую надевать теплую флисовую одежду, которая также через себя легко выпускает влагу, чтобы вы в холодное время года не мерзли. Что еще интересное представляет нам данный магазин? Во-первых, у них есть промокод на $3 при покупке от 10. 30% это неплохой промокод. Также при покупке от 2200 рублей у них срабатывает скидка 220 рублей. И, по-моему, по каждой 1000 у них 147 рублей, то есть 2 бакса скидки срабатывает. Но, по крайней мере, до распродажи было так. Также здесь вы можете приобрести интересные банданы, также и с котиками, и то есть на любой вкус и цвет. Если же вы предпочитаете классику, то вот, пожалуйста, есть как с длинным рукавом джерси, так и с коротким. Также есть комплекты одежды. Напоминалка вылезла. Шорты здесь также достаточно удобны, но они первый раз, первые там 2-3 покатухи будут казаться вам маловаты, потому что они должны растянуться. Так, что еще здесь есть? Джерси, есть вот такие кепки прикольные, велосипедные, также на все цвета. Радуги, можно сказать. И для тех, кто не любит одежду в обтяжку, вы можете приобрести просто велотрусы с памперсом, если вы лютый МТБшник и привыкли катать в просторных шортах, то можете под них просто надеть велотрусы. К сожалению, в данном магазине одежда только летняя. Вот, максимум, то есть длинный рукав. Но готовьте сани летом, и будет вам счастье. Есть также перчатки у них, перчатки на липучке,
липучка получается с тыльной стороны ладони. Вот видите. Ну и все необходимые проставки есть. Липучка, ну, должна быть жесткая. Также видите, что здесь силиконовые специальные, нанесен силиконовый слой, чтобы перчатки не скользили. Помимо базового слоя майки, есть базовый слой футболка, которую можно, допустим, надеть под вот такой джерси. Расцветок великое множество, так что можете выбрать, из чего захотите. Также еще один плюс этого продавца, то что перед тем, как отправить заказ, он у вас будет требовать размеры. И пока вы их не представите, он не будет отправлять заказ, это важно. Он может у вас запросить рост, вес. Также объем груди, объем талии, длина тела спереди, длина тела сзади. Для чего это нужно? Для того, чтобы одежда вам пришлась в пору. Допустим, вот у меня размер 3XL в этом магазине. То есть обычный размер 2XL, 54. Но здесь 3XL. И если джерси, который я беру, мне приходится в пору, как влетая, то, допустим, базовый слой, он уже немножко велик 3XL. Продавец вам будет писать и говорить то, что типа вам великовато. Вот, и нужно согласовать. То есть, да, мне необходима просторная одежда, вышлите на размер больше. Ну, то есть не на размер больше, я хочу именно этот размер, потому что я знаю, что мне нужна просторная одежда. Вот. Если же вам не нужна просторная одежда, то, соответственно, пишите на размер меньше. Или же наоборот, он может написать то, что данный комплект вам будет мало, возьмите на размер больше. То есть продавец здесь старается вам изо всех сил помочь. Плюс он кладет подарочки, то есть бафы, по-моему, почти в каждый заказ. В общем, рекомендую этот магазин, потому что очень хорошее отношение к покупателю. Достаточно быстрая доставка. В общем, все круто здесь. Все, спасибо вам за просмотр. Затаривайтесь, пока есть возможность. Всем удачи, пока.